Приветствую вас на канале Asmodee Play. Давайте вот посмотрим, что у нас тут. У нас ассасин какой-то. Ну, давай глянем, что из тебя. Нет. Вот так. Сейчас будем смотреть, что за ассасин. Не помню, играл я в него или нет. Ни хрена не понятно, поэтому мне не интересно по-английски. Хотя вроде русские субтитры делал. Ubisoft представляет. Не обращай свой клинок против невинных. Прячься на виду. А, да, вроде играл такую. Никогда не подводи братство ассасинов. А после нее идут черные паруса. Или черный флаг, или кто? Это правила, по которым я жил. Тогда я был молод. Начиналась семилетняя война. Если бы я только знал, что готовила мне судьба. Какую цену я заплачу. Меня зовут Шей Патрик Кормак. Эй, Патрик. Вот. Как все было. Ну давай, Шей Патрик. Так, а я не понял, какая бежать-то? Ага, shift. Так. Нет, кристальчик собрали. Вылазь, вылазь. Ты, тварь, будешь вылазить? Так, сейчас хотя бы дров заготовим. Так. Опа! Не получилось, да? Признай, я почти тебя достал. Почти это ничто, Шей. Да и к тому же, это удача. Удача — это миф, Лайм. А, так вот, почему ты вечно попадаешь в передряги. А скажи-ка, как ты из них выбираешься? Ну, знаешь, из огня да в полымя. Ой-ой-ой, кто-то стрелял. Пару назад. Давайте разберемся, что у меня тут с управлением, динамикой и тому подобное. Быстрей. Похоже, у капитана и его команды неприятности. Как странно, на встрече с контрабандистами. И все же, почему ты не можешь рассказать, зачем мы здесь? Шевалье считает, тебе не стоит знать. Думал, мы друзья, Лаем? Друзья. Но это другое. Как решили? Давай, давай, давай. Вот ты опять начинаешь. Все вы ассасины такие. О, мелодия. Ну только мы ее не услышите. Стоит мне ее поймать? Это вот когда сам буду, допустим, там бегать. Буду петь ее. Да ладно ты. Вот это что за кристаллики? Они мне нужны? Карта. Карта мне нужна. Что, не успеваешь, что ли? За тобой смотрю, чтобы не споткнулся, не дай бог. Давай. Осмотрим. Островок.
Это островок? Он должен быть, я так думаю, остров. Так. Карта. Блин, я вот это прикалывал в черных полосах, вот по картам. Угу. Ладно. Потом. А вот это что такое? Где у меня? Стой. Что-то викинг какой-то что-то там взял. А, ну-ка, подожди. World. Легенда. Ва, да как где у меня? Ну-ка, F1. А F3 что такое? Ладно. F2. Карту вводить, это увеличить, уменьшать. Подожди, у меня, а где у меня? Триста на 143. Какой нахер маркер? Место мы нашли. Это где-то вот здесь. Так, смотрим на карту. Так. Какие-то две березы и груды камней. Вот здесь вот. Что-то контрабанда какая-то. Ну чего-то, что-то взял. Все, это мы взяли. А как оно? Все уже выполнено. А, у меня больше нету ничего, да? Все, понял. Живей. Шевалье не любит опоздать. Черт, а где эти недоумки? Да здесь мы, недоумки твои. Какого черта? Где вас двоих носило? Мы охотились. Что случилось? На моих людей напали английские псы. О, капитан Жозе. Помнится мне, вы грозились перебить их одной левой. Капитан Луи и Жозеф Готье, шевалье де ла Верендри. Решил, что тренировки сделают из тебя настоящего ассасина? Осознаешь, что это значит? На тебя возложено бремя великих древних традиций. Наставника должно слушаться беспрекословно, иначе нам не освободить человечество. Красивые слова, шевалье. Но я не чувствую себя свободным. Зато станешь мудрее. Ни хрена себе по мордам. Я научу тебя хорошим манерам. Атака. Ну. На. Ты безответственный нахал. Тихо, тихо, господа, тихо. Хватит. Я ему порыл, то надавал. У нас есть общий враг, и он, похоже, недалеко.
Королевский флот напал на нас и вынудил моих людей бежать. Подожди. Мы сели на мель, а контрабандистов, с которыми мы должны были встретиться, взяли в плен. Мы с Шаем освободим их. Жди. Раненые на вас. Раненые на вас. Ну, давай, хоть рану ему закроем. Бери. Давай, возьму. Блин, хреново, что сабли там у них. Нет, такое, что просто будь сабля, все. Шей. Королевский флот будет ждать нас. Помни свои уроки. Конечно, будет ждать. Проучим их как следует. У них нет ни шанса. И где твои дружки, крыса? Неплохо. Отвечай по-хорошему. Вот так. Они все где-то рядом. На. Так, что у меня есть? Спасибо. У них нет ни шанса. А я умею двойное убийство делать уже? Вроде хорошо прокачанный. Так, перед тем, как я... Вот так вот. Взял. 591 на 347. 591 на 347. Ну-ка, где она мне? 591. А, значит, сюда. То, что не открыто, короче. Ладно. А, да. Думал, нас точно повесят. Господи. Так вы еще и бедные. И взять-то с вас смеха. Вот так. Оп. Нормально иду. Обошел всех спокойненько так. Ой, ой. Мог бы и пораньше. Я решил оставить вам. Трогательно. Возможно, от тебя все же есть польза, Шей. Кстати, о пользе. Думаю, им этот корабль больше ни к чему. Да, теперь у меня есть корабль. Куча дерьма? Если хочешь, Шей, забирай. Я иду на свой корабль. Теперь у меня есть свой корабль. Прелест. Корабль... Штурвал. Кое-кто из тех, кого ты спас, теперь сна. Неплохая команда. Только надо посмотреть сначала, что у меня тут есть. Но ты второй опытный мореход в братстве после меня, Шей. К тому же, корабль не повредит. Даже такой убогий.
Ладно. Это что у нас? Ага, это сведения об острове. Точка. Животное. Сундук. Он мне уже не нужен. Свободное. Надо где-то русский переводчик достать, что ли, этот русификатор. Капитан, за штурвалом! Мой корабль личный. Давай. Твоя личная лакая, да. А, слегка подкрасить, да пушки заменить. И будет вполне прилично. Давай. Приступим, капитан. За дело, друг. Недоумки. Потрепан, но на ходу. Называется Морриган. Морриган? Нет, с ветром, с ветром пройдем. Самая глупая фея, погубившая Мерлина. Не знаю, что тут мне пишешь. Ха, то, что тебе и нужно, Шей. Морриган — древняя богиня, королева войны и тьмы. Она собирала души павших воинов. Идеально. Это хреново. Айсберг. Спустить паруса! Ловим ветер! На мачты, отдай! Огонь! Они же потопят его! Настало время, Морриган, капитан! Команда скоро готовится! Давай! Готовы! По местам! Попал! Корабль! Сейчас начнется! Держите! Попали, сэр! Держись! Кораблю конец! Да, я знаю. Блин, блински. Калака не вправду ничего. Надо проверить, что стало с Кречетом. Плыть далеко. Надо чинить корабль. Слышали, друзья? Давайте, чиним. Нами доволен. Чиним корабль. Ух, блин. Не, надо русификатор ставить. Я забыл, как в сторону стрелять нахрен. Shift — это у нас задние пушки, тут у нас передние пушки. Где у нас боковые пушки? Или у нас пока еще нет боковых пушек? Ну, должны же быть боковые пушки. И куда же мы держим курс, Шей? Пора поговорить с учителем. Не находишь? Как мудро, капитан. Как мудро. Как мудро. Assassin's Creed. Рог. Рогу. 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 Не знаю. Надо смотреть, как оно там переводится. Что ты там натворил? Это какой-то спящий вирус? Черт. Держись, я тебя вытащу. О, давай, вытаскивай. Извини, что так грубо. Наушник в порядке? Так. Ты был в Анимусе. Анимус, ясно? Да, ясно. Чтобы получить доступ к генетической памяти Шея Кормака с помощью Хеликс. Ты работаешь в Абстерго Интертеймент, ну? Хоть что-нибудь вспоминаешь? Твоя сессия что-то испортила. Теперь в здании бардак. Нам нужен твой босс. Ты ведь помнишь своего босса? Мелани Лемей. Ту, что с синдромом отличницы. Вот, это коммуникатор. Чтобы не заблудиться. Ну, давай. А теперь нам пора. Так, или... Иди за мной. Черные Скорее. Паруса потом появились, или как? Вся эта паника из-за тебя, если вдруг интересно. Ну, давай, Кэша. Так же, как на учебных эвакуациях. Все будет хорошо, ребята. Я обещаю. Давай.
Уходим. В чем дело, черт возьми? В файле Шей Кормак находилась ловушка, какой-то вирус. Твоя работа не допускать такого. Нужно сдержать эти воспоминания. Потом уничтожим. Нет, изолируем. Я собираюсь их изучить. Но... Простите, мисс Лэмэй, это не обсуждается. Вы слышали? Что ж, мне будет нужен ваш болванчик. Вы не против, мисс Лэмэй? Болванчик, охренели. Привет, не удивляйся, но ты будешь работать на людей, которых мы наняли, чтобы, ну, усилить защиту. Мистер Отсеберг и мисс Вайолет да Коста. Просто Вайолет. Проверю, как сотрудники, и разберусь с прессой. Делай то, что они скажут, ладно? Вперед! Ага, два раза. Мы команда. Это, конечно, не твоя вина, но все-таки вирус выпустил ты. Так что поможешь устранить последствия. Мистер Берг хочет исследовать воспоминания Шея, но доступ к ним есть только из Хеликс. А он вырублен. Придется ребутнуть сервера в подвале. Блин, этот вирус создал долбанный гений. Не только перекрыл доступ к облаку, но и угробил все системы, которые отвечают за работу здания. Мелани, похоже, лифты не работают. Мы тут застряли? А с чего это? Да, пытаюсь вызвать рабочих. На этом этаже есть один сервер. Придется заняться им. Агент Де Коста, я жду постоянных отчетов о работе с памятью Шей. Это подобрал. Ну хрен там только что прочитаешь. Да. Но он обычный человек, как я поняла. Если мои догадки по поводу Шея Кормака верны, то его прошлое может открыть неожиданные возможности. Фар Край 3, да? Идите в серверную на этом этаже. А у них, по-моему, только вторая часть нормальная вышла. Остальное какое-то, я не знаю, говнище. Ну, первая, кстати, еще, ну, по тем временам нормальная была вроде как. Потом вторая, и вот потом какую-то хрень у них пошло. И тут какая-то штука, ни хрена не понятно. Если я не могу читать, просто собираем пока. А здесь что? Ну, тоже ссылка на игру. Видимо, в одно время выходили. Одной компании. У меня, наверное, собака дома быстрее соображает. Заткнись. Скажи. Сервер поднимется, подключу твою аниму обратно к Феликс. По идее, если соединить лучи с нужными сегментами, все получится. Но вот в чем дело. Круги надо перемещать, чтобы луч был направлен на каждый сегмент. И именно на каждый. Ну, мы поняли. Луч, один сегмент. Это понятно? Да понятно. Если сделать все как следует, система перезагрузится. Понял? Попробуй. Так. Супер. Вот и это все. Было не так сложно. Да, вообще не сложно. Ассасины утверждают, что Аль-Муалим был великим наставником, развращенным жадностью, вступившим в сговор с тамплиерами, чтобы захватить яблоко Эдема. Я вижу в нем умного и хитрого лидера. Используя своего лучшего ассасина, Аль-Таира ибн Ла-Ахада, он уничтожил сообщников, чтобы с помощью яблока принудить планету к миру. Аль-Муалим абсолютно точно не являлся членом Ордена. Но его видение мира было значительно ближе философии тамплиеров, чем ассасинов. В прошлом оба лагеря хотели одного — мира, но их способы достижения цели различались. Если бы Аль-Таир не убил Аль-Муалима, позволив тому осуществить свой план, возможно, мы жили бы мирно. Лишь когда Аль-Таир реформировал братство в соответствии с идеалами свободной воли, конфликт распространился на весь мир. Раз даже мудрец с горы сумел посмотреть на мир с нашей точки зрения. Что уж говорить о других ассасинах. Должен был это видеть. Слушай, возвращайся к своему анимусу. Когда сервера поднимутся, ты в принципе можешь восстановить рабочие станции, если хочешь помочь. А
можешь, допустим, поискать разные полезные устройства. Но тут сноровка нужна. Сноровка. Слушай, что еще? Сотрудник оставил свой коммуникатор рядом с лифтом. Если увидишь там похожий девайс, занеси его. Может, это что-то прояснит? О, взлом. Что ответы в истории Шея? Просто так. Этого не объяснишь. Так, давайте-ка вот так пробьем. Так. Ага. Да нет, вот сюда. Кто-то взломал. После чистки 2000-х Уильям Майлз стал фактическим лидером ассасинов. Умелый стратег, он внедрил в ряды Абстерга нескольких обученных агентов, в том числе Клея Качмарика и Люси Стилман. В конце 2012-го я поймал Уильяма Майлза в Каире и доставил его в Рим, к Уоррену Видику. Дезмонд, сын Майлза, убил Видика и магистра тамплиеров Дэниела Кросса. Он бежал в храм первой цивилизации в Нью-Йорке. Это история? 21 декабря Дезмонд Майлз был убит в святыне Предтеч. После этого Уильям Майлз ушел в тень и передал братство в руки Гэвина Бэнкса. Группа Бэнкса пыталась возродить братство в разных частях мира. Они были замечены в Киото, Москве и Париже. Майлз вновь появился в конце 2013 года. И мы знаем, что он участвовал в проникновении Шона Гастингса и Ребекки Кра... Ладно. Это все потом. Вот этот центральный компьютер, просто он как у босса. О! А это что такое? Это же какой-то Splinter Cell. Blacklist. Кстати, я вот прошел его. Он у меня есть. Так, ладно. Значит, говоришь, ништяки, да, всякие можно пособирать. Только мне надо сначала к себе вернуться. А где мое рабочее место? Кто бы знал бы. Так, фигурки еще не все. Тут фигурки тоже. А, у меня вон рабочее место даже. А, все, по карте же можно ориентироваться, точно. Точно. А я откуда-то отсюда вышел. Пошел туда. Пока никого нету. Опа. Вот еще одну открыли. Давай. Ты нам про что расскажешь? Хейден Кенуэй остается противоречивой фигурой. Я его уважаю. Он был великим магистром колониальной ложи. Тоже записано где-то. И руководил где-то поисками святынь Предтеч. Прошел. Хейтон где-то был есть. Хитрым и жестоким. Но в нем была эмоциональная слабина, которая изгубила его. Вроде начал так хорошо и закончил так плохо. В детстве он потерял отца. А великий магистр Реджинальд Берч вырастил из него рыцаря-тамплиера. Однажды Хейтон узнал, что его отец Эдвард был ассасином. Тот факт, что он предпочел остаться тамплиером, а не пойти по стопам своего отца, говорит мне, что он был на правильном пути. Но когда Хейтон узнал, что Берч был одним из убийц его отца, он вместе с сестрой убил его из мести. И это было началом его гибели. Тамплиеры никогда не убивают под влиянием чувств.
Когда он узнал, что его сын Коннор — ассасин, работающий против него в колониях, его эмоции не дали ему нанести удар. Жаль, Коннор не проявил к нему такой жалости. Ничего не жаль. Батьку порешил своего. Где-то еще что-то. А, это мое рабочее место, подожди. Дай-ка я вот здесь обойду. Проход запрещен. Да я и не собирался. Так. Нет, вот так. Вот. Настроились. Здесь у нас история про кого? Привет. Германия, значит. Да, я в Эссене. Пытаюсь. Понятно. Просто аудиозапись. Но тем не менее мы ее взяли. Пойдем на свое место. Это наше место рабочее. Год. Да, узнают, это особняк. Там индеец этот ассасин устроил себе. Что там слышно в Вест-Индии? Место. Боюсь огорчить тебя, друг. Кажется, нам есть что обсудить. Пойдем. Пойдем. Кто наш гость? Адевале. Он был рабом, но сбежал и освободил сотни своих братьев. Живое воплощение нашего кредо. Ясно. Готов тренироваться? Да. Но есть еще одно дело. Какое у тебя может быть дело? Так что случилось, друг мой? Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!